По версии следствия, подозреваемый находился на своей должности уже 2 года. В его непосредственные служебные обязанности входило пресечение фактов доставки запрещенных предметов на территорию колонии общего режима. В мае 2017 года он вступил в неофициальные отношения с одним из осужденных, в процессе чего между ними возникла договоренность. Начальник отдела предложил сидельцу облегчить ему условия проживания, в частности, дать возможность использовать мобильные средства связи в обмен на материальные подарки. Осужденный, который на тот момент отсидел 4 года из 7 лет, согласился на условия нелегальной сделки с офицером. Иногда просто как-то поражаешься предметом взятки. Оказалось, что это мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Это планшет, это пылесос, это 2 электронагревателя и иные предметы, да, кухонный комбайн, например, еще. Подарки майору поставлялись посредством почтовых посылок от жены осужденного. По предварительной оценке, их общая стоимость порядка 50 тысяч рублей. Подозреваемый сотрудник уголовно-исполнительной системы в настоящее время свою вину не признает. Сегодня в суде майору была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 июля включительно. Расследование проводится совместно с отделом собственной безопасности УФСИН и региональным УФСБ.